Ким Чен Ын тайно приехал в Китай, СМИ. Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл 7 января в Китай по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина. Лидер КНДР Ким Чен Ын с понедельника, 7 января, находится с тайным визитом в Китае, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Северокорейский лидер прибыл в КНР по приглашению китайского коллеги Си Цзиньпина. Поезд с Ким Чен Ыном 7 января пересек границу на станции Даньдук, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая. Это четвертый визит лидера Северной Кореи в Китай менее чем за год. Нынешний визит Ким Чен Ына продлится до 10 января. Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Ким Чен Ыном. Белый дом приступил к активному изучению потенциальных мест в различных странах для проведения встречи двух политиков. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.